Летняя женская одежда больших размеров. Это у нас Англия. Ladies XXL называется данная позиция. Марка River Island. Размер указан 16. Состояние отличное, без видимого износа. А далее юбка. К сожалению, бирки нет. 16 размер здесь указан. То есть, получается, российский 50-й. Вискоза. Состояние отличное, без видимого износа. Еще одна юбка. Тоже в хорошем состоянии, но, к сожалению, без бирки. Почему-то на юбках бирок нет. Мешают они, наверное, да? Так, футболка. Со связанной биркой, без бирки. Здесь у нас размер... Тоже не знаю. Давайте посмотрим. Тут что-то опять бирки нет. Да и внизу тоже нет почему-то. Так, ладно. Лот небольшой. Весит всего лишь 15 килограмм. Здесь только женская одежда. Так, марка Перуна. Примерно 48-й. Вот, кстати, 48-х 3-4 вещи может быть в мешке. River Island указан 16-й размер. То есть, получается, российские 50-е. В данном случае состояние хорошее. Новые штаны с этикеткой. Так, далее сарафан. Размер, правда, не указан, но, по-моему, все-таки где-то 48-й, наверное, да? Все-таки не такое большое платье. Так, здесь у нас размер, к сожалению, не указан. Ну, примерно 50-й, по-моему, 50 или, быть, может, 52, но, скорее всего, 50. Женская футболка в отличном состоянии. Тут еще я просто обязан сказать размер. 100% хлопок указан в составе, но размера нет почему-то. Наверное, 50-52, я так думаю. Так, здесь размер, будем искать. Указан 52-й европейский, это получается 58-й даже российский размер. Так, футболка марки Джордж. Указан 44-й европейский размер, соответствует российскому 50-му размеру. Хотя себя не посмотрел, сказал бы, что 48. Вещи без износа. Пока вот ни пятен, ни катышков не было. Размер 18-20, застиранных вещей тоже нет. Так, еще одно платье большого размера. Это сарафан, по-моему. Да, яркий летний. Сарафан. Размеры здесь обычно 50-е, 60-х сильно больших нет. Ну и несколько вещей 48-го размера. Может быть, могут присутствовать. Марк Спенсер. Размер указан 44-й европейский, соответствует 50-му российскому размеру. Льняные брюки большого размера, плен 100%. 22-й размер указан. Новые с этикеткой. 22, это, по-моему, 56 получается российский размер. 18-й. Далее джеггинсы. 52-го европейского размера, российский получается 58-й, новые с этикеткой, марка Джордж, блузка размера 46-го европейского, это получается 52, вискоза здесь в основном 96% вискоза, 4% эластана, размер указан 20-й. Так, еще одно платье. Тоже в отличном состоянии. Без заметного износа. 44-й указан здесь европейский размер. То есть юбка соответствует 50-му российскому размеру. Туника. Так, тут, по-моему, у нас лен, если не ошибаюсь. Размер XL, 55%, да, лен и вискоза 45% написано. Марка Бенотти. Джордж. Еще одна блузка большого размера. Здесь у нас указан 16-й размер. Соответствует данная блузка 50-му российскому размеру. 22-й. Тоже в отличном состоянии. А марка Марк Спенсер. Размер 16-й. То есть получается 50-й российский размер. 100% лен. Здесь размер, к сожалению, не указан.
Так, еще одно платье марки Бенотти, новое платье с этикеткой, размер XL, вискоза и эластан. Так, размер здесь, к сожалению, не указан. А нет, указан. 16-й. Еще одна футболка. Это бриджи, размер 22-й, марка Марк Спенсер. Юбка марки Атмосфера 44-й, европейский размер, соответствует российскому 50-му размеру. Джордж 3XL. Так, еще одно новое платье, или скорее всего даже туника, да, размер 54-56, это европейский, а российский получается 60-62. Обычно вот 60-х практически не бывает здесь. Размер 2XL. Бенотти 46-й указан европейский размер, соответствует 52-му российскому размеру. Так, и еще одно платье. Размер здесь 18-й. Это получается 52-й российский размер. Ну, в основном, да, 50-й, как я и говорил. Платье новое 48-го европейского размера с этикеткой. Длинное платье. Боюсь, что не влезет полностью в кадр. Так, блузка. Новые брюки с этикеткой. Размер 16 здесь указан. То есть вновь получается 50-й. Блузка с длинными рукавами, тоже большого размера. Состояние вещей очень хорошее. С пятнами ничего пока не заметил. Посмотрим, что будет дальше. Размер 16-й. Толстовка примерно тоже 50-го российского размера. Я думаю, вы запоминаете размеры, да, как я говорю. Тут вот блузка с этикеткой. Так, туника большого размера. Это у нас штаны. Размер здесь, если бирку найду, а вот бирка. Размер указан 22, 55% льна и вискоза 45%. Примерно 56-й, по-моему, российский размер. Еще одна блузка. Так, ну и последние вещи из этого мешка. Напоминаю, что это Ladies XXL, Англия. Летняя женская одежда больших размеров в категории крем. На этом все.